еще. Почему от капельниц с железом в постковиде плохо? А знаете, от капельниц с железом вообще плохо. Это вообще не очень хороший способ лечения железа. От них иногда умирают, от анафилактического шока в частности. Поэтому категорически, вот мы не просто так говорим, что не надо колоть железо, а мы знаем, что бывают осложнения. Редко? Редко. Не у всех? Не у всех. Но если у кого бывает, то может быть вплоть до смертельных случаев. Вам оно надо? Мне кажется, это лишнее. Мне кажется, что все-таки достаточно таблеток железа для того, чтобы скорректировать ситуацию. Да, есть случаи, когда нужно получать железо в виде капельниц. Например, на гемодиализе, когда вам вводят эритропоэтин, который активирует потребление железа, в этот момент нужно ввести железо извне, чтобы было что, так сказать, утилизировать. Вот. Ну, это вот такое показание, может быть, единственное абсолютно. Во всех остальных случаях я считаю, что чаще можно обойтись без этого.